Девочки, здравствуйте! Сегодня покажу снова новинки. Сегодня у нас интересный такой будет видеообзор. Видеообзор микс. У нас и гранаты будут, и детские серьги, и горный хрусталь, танцующие фианиты, и броши красивые. В самом начале видео хочу сказать, что для заказа вы можете позвонить, либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время, я отвечаю в удобное для себя время. Вы можете написать мне в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграм-канале. В Телеграм-канале я выкладываю фотографии украшений с ценами ежедневно. Что еще могу дополнить? Хочу выразить огромную благодарность за обратную связь в последнем видеообзоре по бусам. Поняла, что нравится, но со звуком нужно работать. Нам нужен дополнительный микрофон. Будем в ближайшее время это исправлять, потому что у нас еще большая посылочка ожидается с бусами. Кое-что уже пришло, покажу на днях, наверное, браслеты придется отдельно показать. Ну, что-то решим. Начинаем. Брошь. Вот такая вот ласточка. Посмотрите, какой цвет. Очень-очень яркая, очень-очень красивая. Это серебряная брошь, покрытая эмалью. 4,5 грамма она весит. 2960 рублей. Но просто шикарнейшая. 2950 рублей. Красотка. Очень люблю эту брошь и еще вот эту. Посмотрите, какая стрекозочка. Цвет. Шикарный цвет эмали. Брошь весит 6 грамм, 3350 рублей. Красоточка. Так, следующая брошь. Это брошь. Самолетик тоже с эмалью. Очень красивая такая брошечка тематическая. 2550 рублей. Так, следующая брошь. Тоже думаю, что это ласточка. Брошь и здесь вот такой вот фианитик в клювике. 3100 рублей, 5,6 грамм весит данная брошь. Очень красивая. Так, и еще одна брошечка на сегодня. Это у нас вот такое вот перо с фианитиком. 1900 рублей, 3,2 грамма весит данная брошь. В сегодняшнем видеообзоре все украшения радированы, будут позолочены. Кое-что черненое я буду озвучивать. Следующий комплект – это у нас горный хрусталь. Очень люблю этот комплект. Он такой интересный. Здесь серьги маленькие, вот такие вот не крупные. Ну, наверное, я неправильно все-таки сказала. Они не совсем маленькие. Я имела в виду, что они меньше, чем сам перстень. Перстень, конечно, ого-го. Он такой добротный, красивый, крупный. Так что у меня сегодня с камерой. Здесь занижения штифта практически нет. Очень красивая огранка. Так, 4,5, 4,6 грамм весят серьги, 3750 рублей. Кольцо 19 размер, 4650 рублей. Здесь, посмотрите, такая двойная шинка идет, крепкая, толстая. Толстенное серебро, очень красивая огранка. Шикарнейший комплект, очень красивый горный хрусталь. Так, следующий комплект – это у нас гранаты. Гранаты здесь комбинированное серебро, белые родии, черные родии, имитация
имитация, наверное, кожи питона и гранаты. Шикарный, конечно, комплект, такой стильный. 6,2 грамма весят серьги. 4500 рублей. Здесь занижение штифта буквально на пару миллиметров. И кольцо. Кольцо здесь 18 размер, 3000 рублей. Очень красиво и стильно выглядит данный комплект. Очень красивый гранат. Размеры колец можно увеличить либо уменьшить. Следующий комплект тоже очень-очень шикарный. Здесь очень крупные гранаты. Центральный гранат крупный и вокруг. Посмотрите, какая прелесть. Такой крупный объемный комплект, конечно, притягивает внимание. Очень достойный, очень богатый комплект. 5,5 грамм весят серьги. 8900 рублей. Занижение штифта на пару миллиметров. И кольцо 19 размер, 5300 рублей. Очень ярко, очень красиво, очень достойно, да? Шикарный комплект. Так, следующий комплект. Это у нас тоже гранат. Один из наших любимых комплектов. Здесь гранатовая дорожка. Комплект на каждый день просто идеальный. Просто идеальный. Настолько красиво и настолько же все просто. Ничего здесь лишнего нет. 3,3 грамма весят серьги, 2600 рублей. Штифт занижен на пару миллиметров. 17 размер кольцо, 1250 рублей. Очень красиво, очень достойно. Очень такой аккуратный комплектик. Следующий комплект тоже с гранатом. Хороший такой комплектик, нежный. Здесь серьги очень интересные. Они на английской застежке, но вот на мочке они выглядят как будто пусеты. Такое вот аккуратненькое, милое. Здесь идет гранат, центральный камень, и вокруг фианиты. 2,4 грамма весят серьги. 2150 рублей. И кольцо. Кольцо у нас идет 18 размер, 1150 рублей. Здесь нет занижения штифта. Повторюсь, эти серьги смотрятся на мочке именно как пусеты. Так, еще один комплект с гранатом. Здесь уже позолоченное серебро. Тоже шикарный комплект. Очень многим нравится, да, такое нежное, но в то же время такое нарядное, красивое. 3,2 грамма весят серьги, 2650 рублей. Здесь штифт занижен буквально на пару миллиметров. Кольцо 18,5 размер, 1650 рублей. Очень красивый комплект. Так, следующий комплект. Такой комплект у нас как-то был давно уже. Шикарный комплект, очень богатый комплект. Здесь раух топаз и фианиты цвета шампань. Посмотрите, какое красивое исполнение. Очень такой изящный, но в то же время объемный комплект. Притягивает внимание, такой нарядный, красивый. Шикарное исполнение. Позолоченное серебро. 4 грамма весят серьги. 3100 рублей. Занижение штифта есть. 19 размер кольцо. 2100 рублей. Эффектный такой комплект. И здесь вся изюминка именно в том, что здесь использованы фианиты цвета шампань. Вот эта двойная дорожка. Вот именно вот изюминку придает именно вот эти фианиты придают изюминку. Так, следующие серьги. Это у нас танцующие фианиты.
такие вот хорошенькие сережечки. Здесь занижение штифта есть. Почему-то не хотят танцевать. А так они вообще неплохо танцуют. Так, вот они. Такое дрожание. Штифт здесь занижен на пару миллиметров. Так, так, так. 4,3 грамма весят серьги. 3300 рублей. Вот они. Хорошенькие сережечки. Так, следующая модель. Тоже танцующие фианиты. Они соприкасаются с обратной стороной на руке, поэтому не двигаются. Сейчас, если их вот так вот показывать, то они будут танцевать. По одной штучке, наверное, надо показывать. Вот они. В общем, они все танцуют. Хорошенькие серьги, очень такие эффектные. 3,97 грамма они весят. 2700 рублей. Так, следующая модель. Здесь у нас эмаль. Черная эмаль. Тоже очень эффектные серьги. Черная эмаль. Такие сердечки. Здесь высокая петля и такая замочек, такая вот, вот чисто такая петелька. Вот они. Красивые стильные серьги. 4,3 грамма они весят, 3250 рублей. Так, еще одна модель. В данном случае здесь серьги идут с кулоном. Позолоченное серебро. Вот они. Здесь очень хорошее занижение штифта. Тоже танцующие фианиты. И кулон тоже самое. 700 рублей кулон, позолоченное серебро. И серьги 1800 рублей. Серьги 2,96 грамма они весят. Так, с танцующими фианитами, по-моему, разобрались. Серьги с фианитами. Очень люблю вот эту модель. Это уже такая старая модель, но очень всеми любимая, актуальная модель. Здесь фианиты. Посмотрите, какая огранка. Шикарнейшая огранка. Хорошо занижен здесь штифт. Серьги весят 6,5 грамм. 4000 рублей. На тонкую и среднюю мочку. Здесь штифт, но шикарные. Серьги шикарнейшие. У нас очень много серег пришло именно вот с вот такими крупными фианитами. Есть и в чернении, и в серебре. Пока не успеваю показать все. Так, следующая модель. Тоже фианиты. Серьги на английской застежке. И вот такие вот с подвесной частью капельки. Тоже очень такая аккуратная, изящная форма, не крупные серьги. Здесь занижения штифта нет, но они не крупные. В любом случае можно надеть при желании на силиконовую заглушечку. 3,4 грамма весят эти серьги, 2150 рублей. Очень нежные. На мочке они, конечно, смотрятся очень красиво. Следующая модель. Посмотрите, какие шикарные серьги. Это гальваника. Они объемные, очень даже объемные, толстые. Да, посмотрите, сбоку они какие толстенные. Но они легкие. Это гальваника. 7 грамм они весят, 4300 рублей. Здесь регулируемый замочек.
То есть при желании можно будет вот эту вот верхнюю петлю, если у вас серьги будут вперед провисать, можно вот эту вот петлю загнуть вот так вот вперед, для того, чтобы если у вас тонюсенькая мочка, серьги вот так вот некрасиво садятся, вы их можете вот так вот задвинули, и серьги сядут идеально на мочку. Очень красивые крылья. Обязательно сделаю фотографии, выложу в телеграм-канале. Я думаю, что очень красиво они будут смотреться на мочке. Следующая модель сережечек, это, наверное, Сатурн, да? Я так думаю. Такие вот очень аккуратные звездочки и вот такая вот планета. Очень красиво, правда? Такие вот прям хорошенькие-прехорошенькие серьги. Штифт занижен. 2250 рублей. Фианиты и золочение. Так, следующая модель тоже гальваника. Наши любимые а-ля калачи, да, кто как их называет. Дутые кольца, полукольца. 5,5 грамм они весят. Позолоченное серебро. 3400 рублей. Шикарная форма. Очень стильно смотрятся они, конечно, на мочке. Хорошенькая модель. Так, эмаль, посмотрите, какие забияки к нам пришли. Сегодня покажу детскую коллекцию, шикарная детская коллекция пришла. Серьги, смотрите, какие классненькие. Очень такой прям, ох, ядовитый цвет такой, да, выбрали. Но очень, конечно, они яркие, эффектные. Вот такие вот лягушаты. 3,8 грамм весят серьги. 2350 рублей. Здесь есть занижение штифта. Позолоченное серебро. Эмаль. И 1750 рублей. Вот такая вот подвесочка. Очень эффектный комплектик. Далее. Вот такие вот шикарные, шикарные крупные серьги. Вот такие вот красные маки. 5500 рублей, 10,5 грамм они весят. Здесь такая петля и замочка нет, но при желании можно надеть на силиконовую заглушку. Очень эффектно. Здесь у нас это синтетический жемчуг, то есть это не натуральный. Далее 1900 рублей. Вот такие вот сердечки на петле. Тоже хорошенькие серьги. Здесь застежечка есть. 1900 рублей. Далее. Очень красивые серьги маки. Тоже красная эмаль. Кольца сейчас нет. Только сережечки идут, но в любом случае они такие самодостаточные. Здесь нет занижения штифта, но обратите внимание, замочек, да, регулируемый замочек, можно хорошо сделать посадку, именно чтобы сидели серьги идеально. 3500 рублей, 5,3 грамма весят серьги. И такие же есть пусеты на винтовом замочке, тоже маки такие вот хорошенькие. Здесь винтовой замочек. 1750 рублей эти маки. Так, далее. Двусторонние серьги. Они у нас были. Девочки, кто спрашивал, тоже ограниченное количество. Здесь черненое серебро. С одной стороны дорожка такая фианитовая. А с обратной стороны вот такой вот ажур получается. Такой узор без вставок. Вот эти серьги вот так вот открываются. Очень хорошая такая модель. Интересно. Это двусторонние серьги. И еще одна модель, тоже двусторонние серьги такой же формы. Здесь, кстати, очень хорошее занижение штифта. На предыдущих то же самое. Вот.
Вот эти серьги здесь, смотрите, дорожка фианитовая, белые прозрачные фианиты, а с обратной стороны черные фианиты, тоже двусторонние серьги. 3,7 грамма они весят, 3100 рублей. Также хорошее занижение штифта. Так, кольцо пришло, девочки, кто спрашивал, с бриллиантом, дерево. Вот здесь вот маленький такой бриллиантик. Его, конечно, особо не видно. Здесь вставлен бриллиант, 17 граней, 3 третьих, по-моему, частоты. Сейчас посмотрю. 2 третьих частоты, 2 третьих А. 17 граней, один бриллиант. Шикарное кольцо. Вот это 17,5 размер, но вот я на свой 17 надела, мне комфортно. Здесь именно за счет ширины съедается размер. То есть на 17 размер нужно брать 17,5. Сейчас в наличии у меня есть 19 размер, то есть он подойдет на 18,5. Цена 2800 рублей. Они пришли, эти кольца. Так, пришли кольца драконы, наши любимые. Здесь черненное серебро, здесь размер 17,5, опять-таки, здесь вот 17,5 я надела, но мне на 17 прям как раз. Поэтому тоже здесь нужно брать, мне кажется, на размер побольше. На мой 17 подошел 17,5. 3900 рублей данное кольцо. Вот такой вот дракончик. Еще пришло вот такое вот кольцо. Тоже дракон. Очень интересно. Это новинка. Посмотрите, какая прелесть. Это у нас родированное здесь серебро. Если в предыдущем черненое, здесь родированное. Очень интересное, конечно. Кольцо 20 размер, 3200 рублей. Такой вот дракончик. Кстати, к этим драконам серьги придут. Кодированным. Так, следующая подвеска. Здесь у нас дракон. И вот здесь вот в лапах держит черный фианит. 1900 рублей. Хорошенькая подвеска. 3,6 грамм. И еще вот такая вот пришла. Здесь вот такое вот ушко крупное, бегунком идет. Тоже красивый. Очень красивый. 5,7 грамм весит данная подвеска. 2650 рублей. Такое красивое фактурное серебро. Так, далее. Сейчас будем смотреть детские сережечки. Очень красивые серьги для наших маленьких модниц. Посмотрите, какие птички. Ой, какая прелесть. Здесь эмаль, серебряные сережечки. 2,2 грамма они весят, 1600 рублей. Такие вот сережечки на английской застежке. Очень даже хорошенькие. Так, следующая модель. Это у нас вот такие вот божьи коровки. Посмотрите, какая прелесть. Здесь вставки фианиты и эмаль. 1700 рублей. Тоже на английской застежке. Шикарные, просто шикарные. Так, следующая модель. Это у нас вот такие вот мишки. Тоже эмаль. Посмотрите, какая прелесть. Шикарные серьги. 2,5 грамма весят они, 1800 рублей. Штифт здесь не занижен. Ну, деткам это и не надо, я поэтому молчу про занижение штифта. Самое главное, вот замочек. Следующая модель. Ой, какая прелесть. Здесь асимметричные серьги. Только я не поняла, кто это. Вот это звездочка. А это вот кто... Справа, не знаю, похож на мишку, да? Наверное, мишка. 1650 рублей,
2,2 грамма они весят. Тоже английский замочек. Сейчас, конечно, выбор детских сережек колоссальный. На любой вкус и цвет. Я помню, мы росли, сами прокалывали уши, ниточки эти носили. Да, сейчас так удобно, пистолетик, ничего не надо носить, никакие ниточки, гвоздики, причем медицинские, они очень красивые. Месяц поносишь и выбираешь такую красоту. А у нас, по-моему, были какие-то недельки, что ли, да, они назывались, бижутерные какие-то серьги. Про ювелирные украшения мы даже и не мечтали. Вот. Сейчас, конечно, деткам выбор огромный. Посмотрите, какая прелесть. Ягодки. 1850 рублей. Весят они 2,3 грамма. Здесь даже занижение штифта есть в этой модели. У многих у нас уши, ведь они колоты-переколоты. Я помню, нам прокололи в больнице. Потом эта нитка у меня упала. Потом мы сами пытались проколоть. У меня в итоге шрам остался. Такое ощущение, что у меня два прокола. Фактически один прокол. И они у меня неровные. Я думаю, что у всей половины людей проколы неровные. Повезло, мне кажется, только тем, у кого пистолетиком. Но пистолетиком тоже проблема, да, на сегодняшний день. Мы вот с дочерью мучаемся. Пистолетиком прокололи, а прокол очень тонкий, и так сложно подбирать серьги. Ой, вообще мучение. 1750 рублей эти сережечки стоят. Весят они 2,4 грамма почти. Здесь даже занижение штифта тоже есть. Розовые фианиты. Розовые и посередине такой голубенький. Очень красивые сережечки. Так, следующая модель. Очень мне вот эти понравились. Такие прям шикарные васильки как будто. Смотрите, какая прелесть. Эмаль. И посередине здесь фианиты. 1800 рублей, 2,3 грамма. Тоже английский замочек. Так, следующая модель. Это вот такие вот серьги на петле. Пчелки. Вот такая красота. Очень часто к нам приходят покупательницы и жалуются, что потеряли детские серьги. Сейчас я вас научу. Теряют ведь, ладно, серебро, не так жалко. А когда золотые серьги потеряли, это, конечно, прям катастрофа, да? Вот смотрите, вы надеваете сережечку, да, ребенку. Потом берете силиконовую заглушку и вот на вот до этого уровня продеваете силиконовую заглушечку. Так, я сейчас, наверное, найду и покажу вам. И это касается не только детских сережек, это всех сережечек касается, потому что проблема постоянно в потере серег. У меня только вот такие крупные. Вот вы их продеваете вот сюда. Ну ладно. Такие крупные очень проблематичные, их нужно срезать из вот такой вот одной заглушки, вот так вот поперек режете, получается две заглушки. И вот ее вы, допустим, если будет проблематично ее сюда продевать, вы можете ее простой иголкой проработать хорошенько, и потом уже, чтобы она легко продевалась сюда. Просто я сейчас, если буду эту длинную заглушку продевать, я погну эту сережечку. Вот, вы продели сюда заглушку и потом застегнули, и все. И вы ребенка так отправляете, и никуда эта серьга не денется. Совершенно проблем с этим не будет, даже если она отстегнется. Такие серьги очень часто отстегиваются, потому что то волосы зацепило, то одежду. 1450 рублей данная модель сережечек пчелки. Так, следующая модель — это у нас мороженки. Смотрите, какие классные. Тоже эмаль здесь, фианиты шикарные. И даже вот здесь вот красненький, это корунд, синтетический корунд здесь.
Занижение штифта есть. 2,7 грамм весит данная модель. 1850 рублей. Даже на такие вот, на английский замочек можно надеть силиконовую заглушку деткам тоже. Но обязательно проверяйте, чтобы у вас мочка, у ребенка мочка, чтобы расстояние было между заглушкой, между сережкой, чтобы свободный ход был. Иначе мочка прижмется и опухнет. И тогда уже придется вообще все снимать и долго ждать, когда все заживет. Так, следующая модель. Это у нас, смотрите, какие серьги. Такие прям стильные очень. Ничего здесь лишнего нет. Что-то такое прям винтажное, как будто, да. Ну, очень, конечно, красивые. И выглядят очень богато. Да, это игрушечка, но вот именно вот этот вот стиль, такой стиль, красивый, богатый стиль. 1900 рублей. 2,5 грамма они весят. Красивые очень. Так, следующая модель. Это у нас вот такие вот бабочки. Тоже очень яркие, красивые. 2,2 грамма весят серьги. 1600 рублей. Также здесь английский замочек. При выборе детских сережечек всегда обращайте внимание на мочку ребенка. Если, допустим, пухленькая мочка, толстенькая мочка у ребенка, надо это обязательно при покупке детских сережечек это учитывать. Так, 1,2 грамма весят серьги, 1700 рублей. Тоже очень хорошенькие, яркие, красивые серьги, да? Фианиты очень красивые. Так. Следующая модель. Очень мне понравились. Смотрите, какие классные кошечки с фианитами. Прям такие милые-милые. И эти даже не совсем детские, такие подростковые, да, можно сказать, такие кошки. Вау. 3,5 грамма они весят, 2450 рублей. И здесь вот такой вот замочек хорошенький. Такая модель подойдет даже взрослым. Это не совсем деткам, а подростковые, либо взрослые девочки уже могут носить. И на сегодня еще одна модель. Вот такие вот дорожки, кольца. Посмотрите, и на передней части фианиты, и по задней стенке тоже фианиты. Хорошенькие колечки. Вот такие два ряда здесь фианитов. 2,8 грамма они весят, 2100 рублей. Шикарные. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши новиночки. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничках в соцсетях. Всего вам доброго!